Всем привет! Проведу проверку счетчиков Geiger. Вот перед отправкой два счетчика. Конкретно должны быть 92 года каждый. Вот 92 год. И здесь 92 год. Как видите, 2 года выпуска. Так, стерлось, но вот так вот очень хорошо видно. 92 год. И 92 год. Вот СБМ-20. Вот здесь печаточки перед СБМ. Есть в обоих, там немножко затерлось. Индивидуальный серийный номер в каждом. Здесь 296, а здесь 626. Красивые номера, близкие друг к другу. Возможно, в одном ящике лежали. И ромбики. Ромбики внизу есть. Вот. Состояние показываю со всех сторон каждого макро. Съемка. И второй. Это не вмятина, нет, это просто мазок, потертость какая-то. Так, все отличненько. И вот с этого угла также покажу. Все, вот это вот клей. Его не надо трогать. Так, и на дозиметре проверим. Вот у нас анод и катод. Все, оставляем, не трогаем, ждем, пока пропадет, равняется на экране. После этого начнется счет. Вот начался счет дозиметром. Так, плохой контакт может быть. Иногда покрывают лаком сами цоколи, контакты. Вот есть импульсы правильные, отлично считает. Естественный фон так и должно считать. Вот, не больше, ну, в этом пределе 15 микрорентген час. Здесь фон. Следующий проверяем. Это за минуту должно быть, ну, вообще по нормам не больше 30 импульсов. На этом счетчике это будет не больше 30 микрорентген час. Вот есть счет. Все считают отлично. Правильный фон, без завышенных показаний, без заниженных, естественный фон. Все проверил, надежно еще упаковать, и все готово. Все, спасибо всем, кто смотрел. Всем пока.